Привет, друзья! Сегодня нас снова посетило вдохновение. Сегодня у нас токарка. Точнее, сегодня я склею эти два кружочка, а потом, в следующий раз, когда вдохновение снова посетит, я из них кое-что выточу. Кружочки из бамбука, то есть бамбуковый паркет. Это у нас эпоксидочка. Сейчас мы намажем, соединим и положим под пресс. Так, аккуратненько спичечкой. Да, кстати, спичечка советская. Наверное, много отвердителя. Быстро твердеет. Теперь берем вот этот вот кружочек, прижимаем аккуратненько. Маленько вращаем. Подкладочка. Сверху железяки. И оставим на некоторое время. Продолжаем. Эпоксид застыл. Перевернем. И продолжаем. Теперь самое сложное. Зажимаем вот эту вот шайбочку. На нее крепим вот этот вот кружочек. Зажимаем. Затянули. И вперед.
тщательно вынеманту. В смысле, немножко ослабим, развернем. Зажимаем. И поехали дальше. Замечательно. Отжимаем. Проворачиваем. Зажимаем. Пальцы. Проверяем. Что мы имеем? 30. Снимаем. Вынимаем. Снимем прямые. Установим обратно. Один пошел. Второй. И еще один. Зажиманку. И последний штрих.
И вот что у нас получилось. Вот такая подставочка. Делаем вот так. И это сюда. И это сюда. И это сюда. Самая высокая по центру. И это сюда. И это вот сюда. Ну, как-то так. Всем, кто смотрел, спасибо. Ставим пальцы и до следующих видео. Всем пока.